Показываем красоту от Натальи Поповой, которая выступает за Украину, а родом из Симферополя. Теперь территория нашей страны. Исполняет Эдвин Мартен, Аранхуэс, Хоакин Радрик. Классика мирового фигурного катания. Не скажу, что исполняет. Аранжировка Эдвина Мартена, так точнее. Посмотрим, что же в итоге нам накатала Наталья Попова. Думаю, что сама она сейчас должна быть вполне удовлетворена. Не скажу, что довольна, но удовлетворена своим катанием. Во всяком случае, пока ее личный рекорд в короткой программе датирован сочинскими Олимпийскими играми, где она накатала на 53,44 балла. Тогда эта сумма ей, естественно, не позволила пробиться в произвольную программу. Но ведь сейчас-то будет больше или не будет? Или чуть-чуть отминусовались судьи. Сальхов, двойной только тулуп, нормально. И аксель. В целом неплохо, в целом очень достойно прокатала Наталья Попова. Ну, во всяком случае, мне так показалось. Я считаю, что спортсменка, избежавшая, во-первых, серьезных таких ошибочек, ну, по сравнению с той же Сойюн Парк, получившая за комбинацию вращений четвертый уровень, за еще одни вращения
третий. Практически все плюсы, кроме первого прыжкового элемента, кроме флипа. Думаю, что к себе она не может иметь каких-либо серьезных претензий. Но и за технику оценка ползет, мы видим, немножечко вниз. До... А кто у нас лидер сейчас? До Парк. Парк 30.79 и меньше 25 компоненты. У Гидеванишвили 27.5, 27.7, 27.7, скажем так. И Елена пока добирает вторую оценку. Наталья не добирает. Наталья's score for the short program 50.7 балла. Для начала сезона нет.